Долгожданный первый кадр с Романом Костомаровым появился в профиле фигуриста в соцсетях. Наконец, поклонники смогли своими глазами увидеть, что происходит со звездой ледникового периода. Больше 3 месяцев фанаты спорта молились за здоровье олимпийского чемпиона. Сообщения об ампутациях разрывали сердца, а буквально накануне Костомаров опубликовал свой первый пост и сопроводил его свежим снимком. Роман выглядит сильно похудевшим. Борода покрылась сединой, щеки впали, на горле виднеется глубокий шрам. Спортсмен поблагодарил всех, кто поддерживал его. Он выразил уверенность в том, что обязательно вынесет все испытания и вскоре окончательно поправится. Много трудностей еще впереди, но, надеюсь, я справлюсь со всем, благодаря моим близким, родным и врачам, которые вытащили меня с того света и по сей день работают со мной. Спасибо всем, сообщил он.